Всем привет! Вы на канале Ксения Куприкова. И мы идем в Монпасье. Это Джоки Джой, мы сюда пойдем. Или в зоопарк. Мы еще точно не знаем. Так, мы идем в центр Монпасье. Так, давай я заберу твой портфельчик. Ну-ка, делаем. Так, по-моему, нам идти на третий этаж, да, или на четвертый? Этаж. Ага, пошли. Сегодня очень много народу в Монпасье, потому что субботний день, все отдыхают. Еще 5 часов. Скажи, сколько у нас 5 часов? У нас без 15:05? Нет, без 17:05. Ой, да ладно? Без 17. Тебе всегда надо точно. Да. Так, это мы на втором этаже нашего торгового центра Монпасье. Так, нам, наверное... Что, здесь нет, нету? Наверное, нам... Так, вон Джоки Джой, семейный парк активного отдыха. Это здесь. А вон Джоки Джой. Где? Вон, видишь, пойдем посмотрим, если что, пойдем на третий. Где-то еще какой-то ручной зоопарк был, да, Ксюш. Да, мы не знаем, где он находится. Мы так, посмотрим. Это все идет Джоки Джой. Это детское. Совсем для малышей. Да, да, там есть взрослые. Привет. Вот так он выглядит. Ну, давай, мы оплатим и потом... А сейчас мы будем оплачивать, да. Очень много народу сегодня. Здравствуйте, а сколько стоит у вас час? 350 рублей. 350 рублей. По карте можно? Давай я буду лезть здесь. Давай, ты полезешь сейчас в этой сетке. Окей. Ксюша вылезла? Да. Пойдем на батуты. На батуты пошли. Ты давно уже не прыгала? Да. Ксюша соскучилась по батутам? Очень. Очень соскучилась. Ну, начинается. Вот это трясется по голове. Да, косички прыгают. Начинается разминка. Разогрев. Зачем туда пошла? Ксения, иди сюда поближе. Это разминка. Ты размялась, мышцы разогрела? Давай, шпагатик начинай. Начинай. Начинаем, давай. И поехали, нормальный шпагат. Во. Во. Давай, давай. Ну, вот хорошая разминочка. Хорошая разминочка, говорю. Сальто там что-то будешь делать, маховое. Может быть, тебе с краешку где-нибудь попробовать? Пробуй. Дальше аттракционы какие здесь есть, даже не аттракционы, а ну, развлечения детские. В тот раз можно было делать сальто. Да, в тот раз мы были, Ксюшка здесь сальто делала постоянно, а сегодня сказали, что сальто делать нельзя. А, наверное, по новостям говорили то, что мальчик сломал себе что-то, сальто сделал. А где? Ну, в детском развлекательном. Да ты чё? Да. Я на тарзанку. Ну вот, Ксюша нашла тарзанку. Опа! Тебе бы что-нибудь покруче, доча. Куда пойдем? Хочу на... Пошли на плюшки. Я... На колесо, которое крутится. Колесо, пошли на колесо. Наконец-то Ксюша дождалась своего колеса. Она очень мечтала на нем покрутиться. Еще раз. Здесь постоянно все занято было. Так, ну что, крутим Ксюшку. Давай, и...
Сил-то у меня не хватает. Так, кого бы нам попросить, чтобы тебя... Нет! Сама сможешь? Кого? Крутиться. Не знаю. Пробуй сама. Стой! Так, что-то ты запищала, что случилось? О, боже мой! Давай колбаской, как дети катались, колбаской. Так, дети кружились вот так колбасой, но я не могу тебя снимать, потому что мне камера не так. Давай я буду держать. Камеру будешь держать? Ну, попробуй. Ты не сможешь так ровно держать. Да я же вот сюда. На меня зачем? Девочку попросили, девочка, ее покрути. Но она тебе поможет. Давай, ты помогай. Ножками не стукни малышку. Я знаю. Да? Ага. Тяжело, да? Боже мой, куда ты от меня убегаешь? Ксюша убежала от меня. Ну, конечно, побежала стрелять. Вон шарик один. Вон синенький внизу. Да. Ты в кого стрелять собралась? В мальчика? Не знаю. Тут идет перестрелка. Так. Ксюшку обстреляли. Ксюха прячется. Девочка, он сейчас нас будет стрелять. Так, Ксюша стрельнула. Девочка берет шарик, сейчас будет стрелять в нас. Где еще один шарик, Ксюша? Еще один был. Давай, стреляй. Стреляй, стреляй. Ксюшка стрельнула. Давай, смотри, прощаем. Сейчас мальчик будет нас стрелять. Так, девочка стрельнула. Ксюша шарик подобрала. Ага, мимо, мимо. Сейчас Ксюша будет стрелять. Давай, давай, никого нет там. Стреляй, стреляй. Стреляй. Ты в кого стреляешь? В них стреляй. Где? Что, шарик упал? Шарик катился? Упал. А вот синенький шарик, Ксюш. А он нельзя, смотри. Давай стреляться только в мягкий шарик. Это что такое? Не знаю. Что, больно руки было? Да, мне больно сейчас. А что случилось? Не знаю. Вот такая ерунда с руками у нас случилась почему-то. А что такое? Да это штуки. Ничего себе. Ладно, мы решили сходить сюда, правда, здесь очень много маленьких. А я кататься, мама? Ну, как всегда, как всегда. Ой-ой-ой. Ты что, если болбом врезалась? Давай аккуратно. Иди сюда. Да, здесь можно, кстати, с родителями ходить. Это... Как всегда, мне приходится за Ксюшей бегать. Ой! Давай я здесь стану, буду тебя снимать. Поехали. Залазь в горку. Нет, никого нет, там только шарик. Все. Поехали. Как ты смешно тут катится. Какие-то звуки будет издавать. Давай звук, только погромче. И... Ты
лапу отбила? Нет! Давай еще раз отсюда! Раз, два, три и... Ксюша, мне тебе предложение. А? Давай ты съедешь с этой горки и с открытой камерой. Итак, я сейчас буду издавать звук А. Ай-яй-яй-яй-яй! Чего? Больно! Больно, папа! Такие интересные штучки. Больно, да, на них кататься? Они пластиковые или железные, не могу понять. Ну давай. Катись как-нибудь уже на спине или на животе. Ложись. Это будет массаж. Итак, массаж. Больной массаж, больной. Раз, два, три. Еще раз хочу. Это так круто вообще. Круто, ну вот, видишь, тебе понравилось. Мама, я еду. Давай, давай, давай. О, молодец. Мы поднялись по лабиринту на четвертый этаж, и здесь такая вот классная горочка. Давай, быстренько прокатилась, и будем заканчивать наш видос. Давай, давай, давай. Молодец, молодец, давай, давай, давай. Крепче держись, поднимайся. Поехали, поехали. Встречаем Ксюшку. О, крутяк. Давай еще разок. С разбега Ксюшка вперед на абордаж. Давай, давай, давай. Давай, вот. Молодец. Поднимайся. Первый выскакивает, ребенок уезжает. Так. Должна Ксюша выехать сейчас. Молодец, красотка. Да. Все, пошли, дочь. Что случилось? Страшно. Ты испуганно выскочила. Нам еще съезжать, да. Съезжать нам еще вниз надо. Давай, давай, давай. Давай, аккуратненько, сбоку. Давай, Ксюш, давай, тихонечко. Давай, давай. Так, теперь мама, теперь рюкзак. Рюкзак, поехал. Теперь мама. Я с горки вниз пойду. Давай, где горка? Рюкзак, встреть мой. Хорошо. Заканчивается наше видео, заканчивается наше время. Ксюша, будем прощаться. Ксюша не хочет прощаться. Помаши всем пока. Всем пока. Всем пока. До следующих встреч. Так, тут музычка, и Ксюха танцует. Давай, Ксюшка. Давай, давай, зажигай, зажигай. Все, что ли? Так, вот мы, значит, побыли в семейном парке активного отдыха в Джоки-Джои. Сейчас мы хотим подняться в лесное посольство. Да, это нам нужно наверх. Да, и, кстати, наверное, это видео выйдет на канале Ксюша Раш, скорее всего. Да.